Вітаю. Суспільне мовлення та громадський рух «Чесно» представляє проект «Звіти наживо». Це четверта зустріч із представниками влади на місцях, аби змінити застарілі стандарти звітування. У студії для вас працює Наталія Андрієва та Галина Воротнікова. Наразі нас чують радіослухачі Українського радіо та Радіо Запоріжжя на частоті 103,7 FM. Крім того, триває трансляція в інтернеті на офіційній сторінці нашого каналу «UA Запоріжжя» у Facebook. І ви можете залишити свої запитання із хештегом «Запитаєвка» у коментарях або за телефоном у Запоріжжі 061-239-0219. Звітуватиме сьогодні про стан автодоріг у Запорізькій області в рамках децентралізації Андрій Івко, начальник служби автодоріг у Запорізькій області. Мої вам вітання. Для того, аби познайомити аудиторію з вами ближче, підготували невеличкий відеоматеріал «Візитка про Андрія Івко». Івко Андрій Володимирович народився 23 жовтня 1981 року у Запоріжжі, українець. Першу вищу освіту здобув у 2003 році, закінчивши Запорізьку державну інженерну академію за спеціальністю металургійне обладнання. Згодом в цьому ж виші здобув кваліфікацію менеджер-економіст за спеціальністю менеджмент організацій. В 2009-му отримав кваліфікацію інженер-будівельник за спеціальністю промислове та цивільне будівництво, а три роки по тому підвищив кваліфікацію за фах будівництво та проєктування будівель споруд в складних геологічних умовах та в сейсмічних зонах. З 2015 року працює в аспірантурі Запорізького національного технічного університету на кафедрі будівельне виробництво та управління проєктами. Трудову діяльність починав у 1999 році в якості підприємця. З 2005 по 2008 працював на посаді заступника директора з комерційних питань товариства з обмеженою відповідальністю «Теплоспецмонтаж». Наступні 4 роки обіймав посаду заступника директора товариства з обмеженою відповідальністю «Спеценергомонтаж». З 2012 по 2015 рік – директор товариства з обмеженою відповідальністю «Сімбілдінг». З 2015 по 2016 – генеральний директор «Інтайм», місто Київ. З минулого року працює в Запорізькому облавтодорі. Починаючи з травня цього року – начальник служби автомобільних доріг у Запорізькій області. Вам вітання. Я розумію, що начальником ви є не так давно, але тим не менше є про що поговорити і є про що звітувати. У вас є 5 хвилин для того, аби розказати про основні напрямки роботи і про те, що зроблено, чого не зроблено за цей період. Здравствуйте. Хотелось бы сказать, что в Запорожской области запланировано на 2018 год такое финансирование. Сейчас я детально расскажу о каждом направлении и что по этим направлениям было сделано, чего не сделано и что мы хотим сделать в ближайшее время. Запланировано на текущий средний ремонт с госбюджета 300 миллионов, запланировано на капитальный ремонт 20 миллионов, запланировано на проектные работы 9,5 миллионов и на эксплуатационное содержание 117 миллионов. Это что касается государственного бюджета. Есть у нас еще также направление таможенный эксперимент, в которые нам поступают из-за того, что наша таможня работает лучше, чем по плану, и плановые платежи, половина, 50% перевыполнения поступает на дороги государственного значения. В целом по 2018 году уже перевыполнение составило 242 миллиона, 168 по первому кварталу и 74 по маю месяцу. В среду мы были на бюджетном комитете, защищали в бюджетном комитете Верховной Рады 74 миллиона, защитили, все нормально, отлично, будем их использовать на дороге государственного значения в Запорожской области. Что хотелось бы сказать по этим направлениям, да? Что касается текущего среднего ремонта, было выделено 300 миллионов, из которых 200 миллионов пошли на дорогу Н-08, это между границей Запорожской областью и Днепропетровской областью. Саме на ту ділянку, я перепрошую. Да, на этот участок из государственного бюджета пошло 200 миллионов, из таможенного эксперимента 109 миллионов. Мы там уже полностью закончили, выполнили работы, и таможенный эксперимент израсходовали, и государственный бюджет. Также на эту дорогу, на Н-08, только уже Запорожье-Мариуполь, было выделено порядка 100
миллионов. Это участки дороги от Запорожья до Таврийское село и от Преображенки в сторону Орехова и дальше. Эти средства мы тоже уже планируем закончить в следующем месяце, в июле месяце мы планируем их завершить. Что касается капитального ремонта, у нас запланирован капитальный ремонт сухой балки. Это трасса М-18 Харьков-Симферополь в районе Степногорска. Там находится мост, и мы собираемся сделать капитальный ремонт в этом году. Сумма составляет 51,5 миллиона. 20 из которых государственного финансирования. Уже были проведены тендерные процедуры, на сегодня уже определили подрядчика, и он со следующего месяца приступает к работам. Я думаю, что в этом году мы эти работы завершим. Кто есть подрядчиком? Конкретно на каких участках или да, по всем участкам? По всех участкам. По всем участкам расскажу. У нас по текущему среднему ремонту всего лишь три подрядчика. Это компании высокого уровня, высокого, скажем так, высоких позиций в Украине и в мире. Это компания «Анур», которая входит там, в тридцатку лучших компаний мира дорожных. Они выполняют работы у нас на Н-08 Запорожье-Днепр. На этом участке мы уже завершили. Сегодня было официальное открытие. Также они работают с Запорожья в сторону Орехова до села Таврийске. Потом у нас идет автомагистраль, также по этой трассе. У нас все подрядчики работают в основном на Н-08. И автомагистраль «Юг» – это одесская компания. И также «Альтком» у нас на участке Пологовском, Бельмацком районе и Розовском. У нас также дорога, которая сейчас переименовалась и называется Н-30, это Васильевка-Бердянск, разбита на 4 участка, один из которых в Черниговском районе, выполняет тоже компания «Автомагистраль». Это что касается наших подрядчиков по текущему среднему ремонту. Как выбирали их? Все очень просто, через Прозоро объявляем процедуры, объявляем тендер, и исходя из тех показателей и ценового, и в том числе неценовых показателей, определяем победителя, и победитель выполняет ремонтно-строительные работы. Чи задоволені ви роботою підрядчиків? В целом можно сказать да. Почему? Потому что выполняют качественные работы, выполняют с опережением сроков, то есть мы вот этот участок работы, который сегодня открывали с опережением, открыли на полгода. Качество работ постоянно меряется, постоянно дурьякисти выезжают. Мы не имеем права подписывать акты, пока у нас не проверит качество структура Укравтодора. Помимо этих структур, у нас еще очень много правоохранительных органов проверяют. И также могу сказать, что все нормально по всем направлениям. Качество отличное, сроки нормальные, и, скажем так, идем по правильному курсу. Я хотела бы зараз поговорити про одну з топ-тем, що стосується доріг у Запорізькій області. Це частина дороги, про яку ви вже нагадали. Її в народі називають дорогою життя. Це траса, частина траси Запоріжжя-Маріуполь, 220 кілометрів. Ми подивимося сюжет і потім почнемо обговорювати. Дорога Запоріжжя-Маріуполь ремонтується за сучасними технологіями. Новим асфальтом має бути вкрито 191 кілометр цього стратегічно важливого автошляху. На початку для ремонтних робіт було обрано найпроблемніші ділянки. На них працюють декілька підрядних фірм. Автосполучення через ремонт не зупиняється. На ділянках запроваджено реверсний рух. Це хоч і додає незручностей водіям, але дозволяє безперервно постачати військову техніку та вантажі в Маріупольському напрямку. Ділянка від села Преображенка в бік Полог почала ремонтуватися серед перших, зазначає Олександр Чорний, інженер відділу технічного контролю підрядної організації. Ділянка була в проблемному досить стані, було підвищена ямковість, колійність і руйнування покриття. Тобто багато було сітки тріщин, ну, асфальтобетон вже не міг приймати то навантаження. Зараз ми бачимо вирівнюючий шар, який є 10 см товщиною в середньому, і після нього буде ще шар Шима.
щебеневого мастикового асфальтобетону. Буде ще 5 см верхнього шару. Загалом ми маємо 20 см укріпленої основи, маємо 10 см вирівнюючого шару і 5 верхнього шару. Тобто маємо 35 сантиметрів. Перевага в тому, що ми укріплюємо таким образом основу. Вона буде здатна сприймати більше навантаження. Терміни на основу даються від 8 до 10 років і термін на верхній шар від 3 до 5 років. А це ділянка тієї ж траси від села Таврійське в напрямку Запоріжжя, говорить Олександр Цвященко, заступник головного інженера підрядної організації «Онур Конструкціон Інтернешнл». Весь участок займає. Вся ця ділянка протяжністю 36 кілометрів. Ми почали з найважчого – з технології ресайтингу – заміни основи дорожнього покриття. Раніше цю технологію не використовували в Запорізькій області. Ця технологія найкраща на сьогодні. Має простояти 8 років без ремонту. Ремонт автошляху Запоріжжя-Маріуполь триває. Його загальна вартість – 200 мільярдів гривень. Завершити роботи планується влітку наступного року. Цьогоріч ремонтники планують працювати до грудня включно. Дорога життя – це дорога реального Запоріжжя-Маріуполь, якою рухається важка і військова техніка. Питання, наскільки витримає покриття, нове покриття – такого руху і такого навантаження? У нас дорога Н08, действительно, как вы говорите, дорога жизни, которая начинается с Днепропетровской области, проходит через 5 районов Запорожской области и заканчивается на границе Донецкой области. На сегодня по этой всей дороге определены подрядчики, вся дорога сыграны тендеры, и мы выполняем там работы. У нас на эту работу из государственного бюджета было выделено 300 миллионов, что ранее говорил. И из таможенного эксперимента на эту дорогу уже выделено 139 миллионов. Это, скажем так, промежуточные моменты, то есть эксперимент таможенный еще длится, идет, и поэтому будем выделять на эту дорогу еще больше средств из таможенного эксперимента. Если у нас получится перераспределить в Укравтодоре финансирование из госбюджета, то мы тоже будем направлять на эту дорогу. Дорога в целом стоит 2,4 миллиарда гривен, и не хватает, скажем так, не хватает финансирования 1 770 000 000. Тому сподіватися на те, що вона буде закінчена цього року або наступного, як було сказано в сюжеті, не варто. Вы знаете, трудно сказать, потому что трудно спрогнозировать, как будет перераспределяться финансирование государственного бюджета и также по таможенному эксперименту, насколько мы перевыполним план. Надежды есть, конечно, но если все источники финансирования будут работать полным ходом, то надеемся в следующем году этот закрыть вопрос. Повернемося до запитання, яке я поставила. 8 років точно витримає з таким навантаженням, з війною на Сході, з військовою технікою. Це Оріхівська траса, траса на Маріуполь, якою постійно рухається важка техніка. Смотрите, у нас есть проектная документация, которая рассчитана на определенные веса и грузы. У нас получается государственно гарантийные обязательства подрядчика перед нами. Это основание на 8 лет гарантия, а верхние слои на 3 года. Согласно норм, если будет двигаться техника, еще раз, согласно норм, которые установлены по всей Украине, она, конечно, выдержит этот период. Я даже скажу, что она выдержит и больше. У скільки обходиться ремонт 1 км дороги? Вопрос такой, знаете, скажем так, риторический, да, почему? Потому что все зависит от того, в каком состоянии дорожное покрытие находится сейчас, да, основание. Оно
есть или его нет. То есть все проходит дефектные ведомости составляют в зависимости от этого и, скажем так, формируется стоимость и цена. Замены оснований, замены укреплением оснований, заменой двух слоев, выравнивающего и верхнего слоя, в среднем где-то это в районе от 10 до 12 миллионов гривен за 1 километр дороги. Зрозуміло. Січні автодороги державного значення були передані на баланс обласної адміністрації. І врешті тепер чим і якими дорогами опікується служба автомобільних доріг Запорізької області? Согласно реформе, согласно децентралізації в дорожній сфері, в дорожній області, скажімо так, у нас на балансі служби автомобільних дорог до 1 января було 6986 километров дорог общего значения. Теперь мы передали администрации Запорожской 5300 километров дорог, и у нас на балансе осталось 1628 километров. Это государственное значение, это международные, национальные, региональные и территориальные дороги. Тобто служба автомобільних дорог зараз в розпорядженні 1628 кілометрів. За всі інші дороги ви не несете відповідальності? Несе відповідальність Запорізька адміністрація. Дороги міжнародного, національного, регіонального значення – це три великі дороги, які проходять через Запоріжжя, якщо я не помиляюся. Н08, про яку ми говорили, це Бориспіль-Дніпропетровськ, Запоріжжя, Маріуполь і траса на Крим. Відповідно, Н-18, так. І ще одна траса, М-14, якщо не помиляюся, на Донеччину. Це міжнародна. Так, тільки ви сказали, Н-08 – це національна. Національна. Так, а міжнародна – це М-18 і М-14. М-18 – це Харків-Сімферополь, а М-14 – це по югу йде і з'єднує Мелітополь з Бердянськом. І починається в Херсонській області, закінчується в Донецькій області. Враховуючи важливість всіх цих трьох трас, які з них є пріоритетними для вас зараз? Ще раз. Сьогодні у нас, скажімо так, два направлення в пріоритеті. Це Н-08, дорога життя, це Борисполь, Дніпр, Запорожжя, Маріуполь через Кременчук. І вторая траса – це Васильівка, Бердянск. Это Н-30, тоже есть в приоритете, мы ее тоже планируем выполнять в ближайшее время. Щодо, до речі, південного напрямку, багато нарікань йде на те, що, власне, туристичний і курортний сезон у розпалі, і саме зараз роблять дорогу. І це спричиняє певні незручності. Скажімо так, у нас... Когда делают дорогу, говорят о каких-то несручностях. Делают дороги и будем делать дороги. После того, как все дороги будут сделаны, будет удобно, быстро и комфортно добираться. Мы для того и работаем, чтобы сделать людям комфортные условия проезда. Тепер я хочу надати слово журналістам Запоріжжя. Ми записали кілька запитань від них. І перше озвучить Мирослава Балабан, це сайт «Фортпост». В саміті Східного партнерства офіційні особи Європейського Союзу анонсували співпрацю України у сфері комунікації. Це стосується реконструкції доріг, аеропортів, портів і так далі. Чи є вже якесь бачення чи якісь домовленості з європейськими організаціями стосовно реконструкції українських доріг? Дякую. Конкретно за все дороги я, к сожалению, пока не смогу ответить, да. А по Запорожской области у нас состоялось совещание на прошлой неделе в Укравтодоре, где были представители немецкого правительства и Укравтодор, и две области, это Запорожская и Донецкая область. По этому направлению уже 25 лет сотрудничает Украина с Германией и хотят и дальше выделять кредитные
деньги, но там вопрос в сроках и в реализации этого процесса. У нас мы вели переговоры по поводу Н08, но так как у нас сыграны все процедуры и уже стоят подрядчики, выполняют работы, нам не было смысла ждать этого финансирования, потому что сама процедура переговорная, она занимает достаточно длительный промежуток времени. Это, скажем так, самые короткие сроки, это 2 года. То есть 2 года рассматривается, 2 года подготавливается ТЭО, технико-экономическое обоснование, проектная документация. После этого принимается решение о финансировании. Поэтому мы не можем так долго ждать. На сейчас мы выполняем Н08. А в принципе такие вопросы возникают, мы встречаемся и максимально сотрудничаем. Ще одне запитання, Юрій Хохлов, сайт «В місті». У меня есть 3 вопроса к руководителям всех облавтодоров Украины. И хочу получить на них правдивые ответы. Первый вопрос. Почему мы меняем руководство этих организаций, но не меняем систему? Причем со скоростью пули меняются лица, и они не отвечают за те действия, которые проводили все эти годы. То есть воровство продолжается в планетарных масштабах. Второе. Не стыдно ли им за такую работу, которую они делают в кавычках на наших дорогах? И на каких автомобилях ездят они сами? Ну и 3-й вопрос. Кто за все это будет нести ответственность в конце концов? И когда? 3 запитання. Перше про зміну системи. Мабуть, насправді настав той час, коли варто говорити про те, що варто змінювати систему, тому що одне з найрозповсюдженіших в народі думок про те, що в Німеччині, в Європі дороги роблять раз, і вони стоять по 70 років, в Запоріжжі в Україні, да, зокрема в Запоріжжі кожного року, і кожного року ті самі ями з'являються. Скажем так, по поводу первого, да, по поводу изменения системы. Есть плановые действия, которые меняют систему. Сегодня у нас, вчера вернее, было еще 3 года гарантии, сегодня мы переходим на 5 лет гарантии. И у нас состоялось вчера совещание в Министерстве инфраструктуры, Амельян проводил. И со следующего года планируем, что у нас будет гарантия в 10 лет. То есть изменения уже происходят, они не такие явные, их еще нельзя потрогать и увидеть, посмотреть, но все идет в направлении изменения этой системы. Скажем так, все больше переходят на программные продукты, те же службы, все инновационнее становится, скажем так, все прозрачнее становится работа. Это и отчетность, это и по каждой службе мы можем посмотреть и проанализировать, как выполнялись работы, как делаются работы и так далее и тому подобное. Что касается по поводу, кто на каких машинах ездит, но я, к сожалению, у меня нет личного автомобиля. Да. Что касается по поводу финансирования, тоже отвечу на вопрос. У нас на эксплуатационное содержание в целом по Украине предусматривалось 8 миллиардов гривен. То есть нам, чтобы убрать полностью ямочность и выполнить зимнее содержание, обеспечить проезжаемость, нам надо 8,5 миллиарда в целом по Украине. У нас на сегодня выделили 3,5 миллиарда. То есть конкретно по Запорожской области могу сказать, что нам на то, что на эксплуатационное содержание выделили 56% от необходимого финансирования. Поэтому и так делаем все возможное, и будем делать все возможное, чтобы максимально устранять эти моменты. Звідки будете брати гроші для того, аби недостачу покрити? Чи просто не будете робити заплановане? Фінансування окремого не предусматривается. Ми зараз, скажем так, направляем письма, просим Укравтодор перераспределить или поискать дополнительное финансирование. Укравтодор этим занимается, но, к сожалению, на сегодня результата нет. Может быть, через месяц будет опять перераспределяться финансирование, и Министерство финансов выделит определенный ресурс, тогда на все области будут распределены финансы согласно протяженности
автомобільних дорог. За роботу служби автодоріг у Запорізькій області. Друге питання від Юрія Кохлова. Не соромно вам? За той період, який працюю, ні, не стидно. Чому? Тому що Запорізька область – одна із лідерів по виконанню середніх ремонтів. І третє запитання колега поставив, хто нестиме відповідальність в разі, якщо не спрацює гарантія, в разі, якщо підрядчик не виконає свої зобов'язання, в разі, якщо служба автодоріг щось не зробить для комфортного, належного стану доріг у нашому краї. Знаете, есть такое этот, выражение, не ищите волшебника, найдете сказочника. Да? Так вот я и говорю, что у нас достаточно тяжелое финансовое положение по поводу эксплуатации. Кто будет нести ответственность, если работы выполняла подрядная организация, которая гарантию дает, они за свои деньги в случае проблем устраняют эти вопросы. Уже были конкретно случаи по многим областям, за счет подрядчика устранялись гарантийные моменты. Если служба не так будет что-то не так делать, то будут нести ответственность руководители службы. У нас, скажем так, проверки и контроли не заканчиваются и не останавливаются. Мы постоянно в этом режиме проходим, поэтому у нас достатньо прозрачно все. Другий блок питань – це питання від активістів. Данило Щербаков, громадська організація «Хелпер Запоріжжя». Достало бездорожье в любимом Запорожье. Акцию с одноименным названием общественная организация «Хелпер Запорожье» провела совсем недавно. Такие акции не добавляют баллов нашим дорожникам. В связи с этим у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас автомобиль и ездите ли вы по нашим дорогам? Поскольку то, что я вижу, а я вижу наш регион, ввиду своей деятельности общественной и бизнеса, я езжу по Украине, я езжу по Запорожской области. И хочу сказать, состояние дорог, ну, действительно неудовлетворительное, это легко сказать. Поэтому все-таки интересно, чувствуете ли вы то, что чувствуем мы, автомобилисты, которые не занимают такие должности, это раз. И второе, скажите, пожалуйста, чего ждать нам завтра? Спасибо большое. У вас немає особистого авто, але тим не менше дорогами області ви пересуваєтеся. Да, конечно. Я езжу транспортом, есть служебный автомобиль. Более того, езжу по областям, постоянно командировки в Киев. Есть моменты сравнения. И в Запорожской области постоянно выезжаю на контроль выполнения работ, дефектовку тех моментов, которые происходят у нас сегодня. Безусловно, проезжаем. Да, сказать, что у нас все хорошо, нельзя. Но, скажем так, шаг за шагом делаем и делаем дело. А то, что будет много негатива, я к этому готов. Нам главная задача выполнить качественный ремонт дорог Запорізької області. Це основне. Вже зовсім скоро телеглядачі та радіослухачі Суспільного мовника зможуть поставити свої запитання за номером телефону у Запоріжжі 061-239-0219. А поки у нас є запитання від ще одного активіста Олександр Павлов. Далі. Ми много говоримо о необхідності привлечення інвестицій в Україну. И по своим ресурсам Украина вполне заслуживает благоприятного инвестиционного климата и прихода серьезных инвесторов. Но мы никогда не добьемся этого, если транспортная дорожная инфраструктура не будет на высоком уровне. Вообще Украина вполне может с выгодой, с большой для себя, использует свое транзитное преимущество в мире и в Европе. Но опять же, это всегда упирается в отсутствие инфраструктуры, и в первую очередь автодорожной. Я где-то прочитал, что около 2 триллионов гривен нужно на то, чтобы полностью привести в порядок украинские дороги. Поэтому мой первый вопрос будет к
нашему спикеру о том, по его оценке, сколько реально лет нужно без популистских заявлений, без популизма, без выдавания желаемого за действительное. Сколько лет реально нужно, чтобы привести в порядок дороги? Отже, скільки років знадобиться для того, аби дороги, хоча б в Запорізькій області, були на європейському рівні? Все зависит, конечно, в большинстве от фінансування. Но есть еще и технологические процессы для того, чтобы все дороги в Запорожской области, и государственные, и местные в том числе, были похожи на европейские, то это понадобится, я так думаю, что более 10 лет. Якщо все буде просуватися такими темпами, з таким фінансуванням, то це 10 років. Чи це при кращих, вищих темпах, більшому фінансуванні? Це при більшому фінансуванні. То, яке є на сьогоднішній день, у нас недостатньо фінансування. Ми можемо більше виконувати. Ми сьогодні вже план на рік виконали. Тобто мощності вистачає, організації готові виконувати, не вистачає фінансового ресурсу. Тому, якщо такими темпами, то це буде 15-20 років. Але через 8 років закінчиться гарантія на ті дороги, які вже були відремонтовані. Да, безусловно, міжремонтні періоди будуть пройдені і будемо заново виконувати ці роботи. У нас є дзвінок від нашої аудиторії. Доброго вечора. Алло. Алло, здравствуйте, ви у студії. Алло, добрий день. Ставте своє запитання, будь ласка. Подскажіть, пожалуйста, не знаю, насколько я знаю правильный вопрос. А вопрос у нас так, когда у нас решится в Запорожье вопрос строительства моста? Вот ответьте, пожалуйста. Дякую. Це ще одна тема, про яку хотілося поговорити. І дякуємо нашому додзвонювачу за те, що він поставив це запитання. Мости Запорізької області і Запоріжжя як такого також у вашій компетенції? Да, находится в нашей компетенции. У нас состоялись совещания в Укравтодоре совместно с главой Запорожской администрации, совместно с мэром города Запорожья. И, скажем так, запланировано передать сейчас автотранспортную магистраль через речку Днепр на баланс службы, то есть на дороги государственного значения. Сейчас проходят процедуры, сейчас находится документация в Министерстве инфраструктуры. На вчерашнем совещании еще раз попросили ускорить все эти моменты. На этот год мы запланировали 60 миллионов гривен с таможенного эксперимента на мосты. Усі мости Запорізької області? Це стосується моста в Запорожжі, який 9 кілометрів через Хортицю. Ускорити процеси попросили. Сьогодні ми з Славоміром Новаком виїжджали на мости, дивилися, зробили виїзне совещання. І 60 мільйонів, які будуть заплановані наступним образом. 30 мільйонів – це корректировка проекта и 30 миллионов на аварийные работы. На корректировку проекта уже объявили тендер буквально вчера. Процедуры международные, теперь ждем подрядчика, который сможет, скажем так, скорректировать проект. Что до інших мостів у Запорізькій області? Что касается остальных мостов, у нас на балансе 392 мостовых перехода. Уже говорил про сухую балку. У нас капитальный ремонт планируем закончить в этом году. Также у нас объекты, три объекта в работе. Это объекты по Н-08 и это объект по М-18 в городе Запорожье. Переїзд на Шевченківському районі. Коли мають бути завершені ці роботи за умови фінансування, звісно? Согласно планам, ми ці роботи закінчимо в цьому році.
Є дата, місяць? У нас договори заключені до кінця року, але ми плануємо, опять же, такі побыстрее і скорее виконати, але не в ущерб качеству. Плануємо виконати в течение 3-4 місяців. Дякую. Знову нагадаємо нашій аудиторії, що нас ви можете дивитися на телеканалі Запоріжжя. Крім того, слухати на українському радіо і радіо Запоріжжя на частоті 103.7 FM, а також в інтернеті, у Фейсбук, на офіційній сторінці UA Запоріжжя. Свої запитання можете поставити з хештегом «Запитай ФК» або за телефоном 061-239-02-19. І, наскільки мені відомо, є ще один додзвонювач. Доброго вечора. Алло, алло. Здравствуйте, ви в студії, ставте своє запитання. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажіть, пожалуйста, у мене такий вопрос. Больно смотреть на нашу плотину. Дорогу постоянно ремонтируют, постоянные заторы, и все начинается через неделю опять то же самое. Ямы, газированная дорога. Я хотела бы узнать, неужели нет новых технологий, которые могли бы. Большегрузный транспорт, я понимаю, сейчас идет через плотину, которую вообще нельзя пропускать. Она не рассчитана на это. Но что-то надо менять. Надо что-то, какие-то новые технологии. Зачем же все время ремонтируем, а не только на несколько дней. Вот какие планы по поводу нашей плотины, мне кажется. З приводу, ще раз уточніть, будь ласка, місце. Плотина, не прогрес. Угу. Добре. Дорога постійно ремонтується. Добре, так, да, дякуємо. За тори і за ремонт. Зрозуміло. Хватає на 2-3 дні. Дякую. Гребля. Да, к сожалению, на этот вопрос не смогу ответить, потому что не в зоне моей компетенции. Это не наш участок дороги, не наш. Це до запитання до влади міста, власне. Да, да. Дякую. Ще одне запитання у нас є від громадського активіста Сергій Тихонов. Йому слово. Я житель Дніпрорудного. Живу і працюю в Дніпрорудному вже більше 50 років. В плане дорог у нас есть одна проблема. Это дорога от Васильевки до Днепрорудного. Как-то во все года, она во все года была плохая, но вот как-то последнее время все хуже и хуже. А вот в этом году сделали такой ремонт, ну, я не могу даже подобрать таких эпитетов, которые бы содержали какие-то добрые слова к этому ремонту. Через каждых 5 сантиметров, яма на яме, вместо того, чтобы полностью снять асфальт и положить новый, вырубывали ямки и закладывали лаптиками. Ям на дороге около 80%. И непонятно, зачем надо было латать эти ямки, вместо того, чтобы полностью положить новый асфальт. Мы сегодня платим налоги, покупая топливо. Чем больше топлива мы покупаем, тем больше уплачено налогов. Денег, я знаю, в бюджете более чем достаточно на ремонт дорог. Почему они не расходуются по целевому назначению? Ответьте, пожалуйста. Є потреба повторити запитання? Ні, спасибо. Вопрос следующий. З Васильівки в Дніпрорудне существують дві дороги, на которой одна является Т-шка, это территориальная на нашем балансе, и вторая дорога не является на нашем балансе, а является местной. Что касается этого направления Васильевки-Днепрорудна, к сожалению, у нас на этот участок дороги не запланирован поточный средний ремонт, у нас запланирована эксплуатация, то есть ямочный ремонт. К сожалению, мы будем там только выполнять ямочные ремонты. Как выразился активист, будем латать. У нас других путей нет. По поводу целевого или нецелевого назначения, могу сказать одно. Дорожный фонд в этом году только заработал, и в этом году у нас всего лишь 25% мы планируем на дороге. В следующем году это составит 50%, в следующем составит 100%. То есть дорожний фонд поки працює в четверть сили, скажімо так. Дякую. Є ще один телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Доброго вечора. Ставте своє запитання. Це
это вас беспокоит и жестко находится. Везде и дороги ремонтируются, и площадки, и все. У нас на острове Хортица. Пришли бы, посмотрели. Заповедная зона, дебры одни, ни дворников, ничего нету. Как вроде бы мы какой-то отшиб вообще. На пляж ходят люди, вот сейчас пляж, і в туалет ходять по театр весь. Дякуємо, зрозуміло. Наскільки я розумію, це також не на ті дороги, за які відповідає служба автодоріг Запорізької області. Давайте поговоримо ще трішечки про ОТГ, об'єднання територіальних громад. В рамках реформи децентралізації і, власне, в розрізі ремонту доріг, хто кому має допомагати? Скажем так, после того, как 1 января мы передали дороги местного значения Запорожской областной администрации, они уже совместно с ОТГ и договариваются о совместном софинансировании, скажем так. Это больше относится к дорогам местного значения, к нам это не относится. Зрозуміло. Тим не менше, я зараз пропоную послухати коментар Ліси Макаріхіної. Ми записали коментар телефоном, після того повернемось до обговорення. Во-первых, следует чётко разделять дороги местного и регионального значения. ОТГ Запорожской области, те громады, которые были созданы в 2015 году, местные дороги, их отремонтировали недавно. Все остальные громады, которые образовались у нас в 2016-2017 году, активно работают над этим вопросом. Закуплены асфальтные цехи, они сами делают асфальт и укладывают его для своих территорий, экономят свои средства приблизительно в 3 раза. Но при этом все, громады не имеют влияния на реконструкцию дорог наших или ремонт дорог областного значения, регионального значения. И в основном эти дороги, сообщающиеся между населенными пунктами, находятся в ужасающем состоянии. И иногда легче проехать вдоль поля, нежели реально по дороге. Дороги в ОТГ стали лучше внутри самих ОТГ. Там, где ОТГ могут произвести ремонт, там, где это находится в зоне ответственности, они ремонтируют дороги. Нельзя сравнивать дороги 2014 года с сегодняшними дорогами в ОТГ. Они стали намного более проездными. Централизация решает основную проблему. Она предполагает, что ответственность за состояние местных дорог находится на местной власти. Относительно субвенции государства, это вопрос спорный на сегодняшний момент. Вопрос не децентрализации, скорее всего, вопрос в бюджете глобальном и в его распределении и в приоритетах на 2018-2019 год. ОТГ, дороги, певні дороги і національного значення, думаю, що проходять через об'єднання територіальних громад. Може таке бути? Так, звісно, може таке бути, що дороги, будь-які дороги можуть проходити через ОТГ. Дороги, якими ви опікуєтеся? Так, звісно. Як тоді бути з фінансуванням, з ремонтом цих доріг в ОТГ? По бюджетному кодексу мы не имеем права финансировать эксплуатационное содержание, софинансирование через ОТГ. У нас должно быть либо капитальный ремонт, либо поточный средний. Но на сегодня мы не сотрудничаем с ОТГ. Еще раз говорю, ОТГ больше работают с местными дорогами. Зрозуміло. Є ще один коментар у Фейсбук, саме за хештегом «Запитаївка» ми його знайшли. Курортний сезон у розпалі, а дорога, що з'єднує обласний центр з Бердянськом, на ділянці траси, що пролягає Токмацьким і Чернігівським районами, у жахливому стані. Ремонт доріг ведеться, але надто повільними темпами, коли його планують остаточно завершити. Расскажу более детально по этой трассе Н-30. Это Васильевка-Бердянск. У нас ориентировочная стоимость всего проекта этой дороги, да, составляет 1 миллиард 770 миллионов гривен. Эта дорога разделена на 4 участка. И протяженность ее составляет 135 километров.
Участок в Черниговском районе в 2017 году был тендер, были сыграны процедуры, уже там приступил подрядчик. Сегодня выполнение по подрядчику порядка 7,5 миллионов. Мы запланировали на этот год, на этот участок из таможенного эксперимента 99 миллионов, что хватит на примерно 9-10 километров. Дорога в Черниговском районе – это 34 километра. Остальные три участка, которые остались, мы сейчас корректируем проекты и в ближайшее время будем оглашать тендера. И после того, как мы огласим, выявим подрядчика и будет выполнять там тоже работы. Но, к сожалению, на финансирование, еще раз говорю, на сейчас это 99 миллионов на участок на Черниговському районі. Запитання, можливо, треба трішечки уточнити. Запитували, коли остаточно завершать. А якщо гіпотетично говорити, скільки часу потрібно для капітального ремонту одного кілометру дороги і середнього поточного? У нас в області по дорогам не делаются капітальні ремонти, а середньотекущі ремонти ми виконуємо. Ну, скажем так, эта дорога могла быть выполнена за год, за 7-8 месяцев, если при полном финансировании этой дороги. Раніше ніяк. Це просто за технологією неможливо, конечно, наскільки я розумію. Чому, до речі, немає капітальних? Тільки через брак фінансування? Ми, коли виїжджали, дефектували дороги, с государственного значения, скажем так, достаточно среднего ремонта для того, чтобы были отличные, хорошие. Если мы будем заходить в капитальные, это процедуры затянутся, финансирование будет намного больше, и мы не достигнем тех целей, на которые мы стремимся. У нас залишився ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Ставте своє запитання. Я хотіла би уточнити по поводу ремонту дорог на село Отрадное. Там, получается, дороги вообще практически нет. Разбили от участка Отрадного к Бачам, например, там вообще как выбоины, как после разрухи. И от участка Отрадного тоже такая же ситуация. Вот вопрос, будет ли ремонт там? Там пытались как-то сделать внизу на повороте ремонт этих дорог, но там ничего не поменялось, там только хуже. Уточните, будь ласка, район. Дорожная обстановка не важная, аварийная обстановка, получается, тоже люди могут попасть в аварию. И Очень тяжело добраться, получается, едем как по Богу, после бомбардировки. Добре, зрозуміли ваше запитання. Дякуємо. Мало часу, на жаль, залишилося. Отвечу быстро, коротко на этот вопрос. У нас дорога Н08, о которой мы говорили, которую делали турки, Анур, это Днепр-Запорожье, да? К ней примыкает дорога Отрадная. К сожалению, мы к ней не имеем отношения. Это дороги местного значения. Это Запорожская областная администрация. У нас залишилося буквально 3 хвилини до завершення ефіру. У вас є можливість ще раз на чомусь наголосити, сказати те, що було не сказано. Хотів би сказати, що Запорожська область – одна з лідерів по виконанню планов. Было на совещании озвучено Тернопольская и Запорожская область. Выполнение, согласно плану, 80, от 85 до 87%. И это лучшие показатели на сегодня по Украине. Средний показатель по Украине 30% от выполнения. В июле месяце мы полностью закончим тот план, который был рассчитан на год. То есть я к чему это все говорю? К тому, что мы готовы для дополнительного финансирования, всячески работаем над этим. И не сразу все дороги мы, к сожалению, построим. Хотелось бы, но не получится. Мы будем стараться и выполнять максимум, что от нас требуется. Я думаю, за такой короткий промежуток времени мы показали, что наша команда службы Запорожской способна и готова все эти выполнять
работы и поставленные цели и задачи. Поэтому, думаю, у нас есть будущее в Запорожской области, и будем большими и быстрыми темпами выполнять работы, чтобы у нас люди, жители нашей области ездили по хорошим, качественным дорогам. Я вам дякую за звіт. Нашим телеглядачам та радіослухачам нагадаю, що впродовж 52 хвилин в ефірі Суспільного мовника Запоріжжя був проект «Звіти наживо». Ми спілкувалися із начальником служби автомобільних доріг Запорізької області Андрієм Івком. Свої запитання ви могли поставити або телефоном, або за хештегом «Запитай Івка». І на цьому будемо завершувати. До зустрічі в ефірі. Гарного вам настрою. До свидання.